Приветствую всех, уважаемые зрители. Сегодня поедем мы по городу, по делам. Короче, крякнула машинка стиральная. Поедем сейчас покупать. Ну и в мушку, да, на природу скатаемся. Пух уже, по-моему, все отлетал свое. Вот это у нас проспект Мира. Там чуть дальше ЦУМ. Ну, как-то вот так вот. Ждем отца, сейчас должен выйти. В гараж его повезем. Сейчас он выйдет. Жена побежала коту покупать. Хрень это, как она называется. Короче, когти тезка или как. Когти, чтобы он точил от нее. То если ему ее не купить, он начнет обои дербанить. А это не есть хорошо. Обои дорогое удовольствие. Ну, блин, у нас хоть погода наладилась. Хоть солнышко сейчас. Не знаю, посмотрим, может, с женой куда на протоку сгоняем маленько. На свежем воздухе посидим. Ну, в общем, не переключайтесь. Думаю, дальше будет интересно. Жуть, вот эти вот поездки по магазинам, это хуже некуда. Да еще в такую жару. Купили мы стиральную машинку, короче, 19900 с чем-то. Ну такая простенькая, она на 6,5 килограмм. Ну так ничего. Короче, открывается барабан сверху. Ну жене понравилось, ей пользоваться понравилось, пусть пользуется. Уже делала? Да. Что, мальчик, говорят? Да, мальчик. У меня уже два скрининга было. Кого? Два скрининга. А это что такое? Две фотографии, ну, два УЗИ. Третья, последняя осталась. Я тебя спрашиваю, потому что в наше время такого не было. Поэтому эти слова для нас дикость. Скрининги эти, блядь. Она присылала мне. Ну, УЗИ там как. Я вообще не могу понять, как они определили, там мальчик или девочка. Но она мне говорит, мальчик. Не, ну они-то знают. А там одни челюсти видно и все. Thank you.
Коварника там где живешь? У Лёшки. Да я понимаю, что у Лёшки, а не у Машки, блядь. В каком доме? Коварника 19. Ну это она проходила, я же тебе говорю, это она прошла. А видишь, я думал, она поняла, где Сбербанк. Она пошла к Лайку Сбербанк. Ну, тут раз здесь заворачиваю. Его нужно постоянно таскать. Не мокрое. Это асфальт так растаял. Плавится асфальт, конечно. Сейчас сюда нам, да? Да. Ты была здесь, Лиза, хоть раз? Вот здесь были. Мы дальше. С вами же были. А, мы с отцом ездили. На его день рождения. Еще снег лежал, 11 марта. А, сейчас сюда. Да, да. Сколько раз уже здесь была и все было, не выжидаю. Сопка, да, какая впереди красивая? Сейчас направо. Я знаю. Сейчас уже я знаю. Если бы не знала, я бы спросила. Избирательный участок. Да. Я думаю, что там Менс сидит. Завтра выходной. Вчера пошла вот так справку отдала. Тихо, тихо, тихо. Чё пошла? ЗАГС справку отдала. Какую справку? Ну, нужно законсультаться. Мама же не хочет ехать. Чтобы дать разрешение. Какое разрешение? На вступление в брак. А ты же говорила, у тебя была уже 23-го свадьба. Декабря, по-моему. Что? Ну ты же по отцу писала, что на свадьбу. Свадьба у тебя 23-го декабря. Звала, да. Но, видишь, мы уже пришли туда, мы уже договорились, но нужна была подпись мамы, а мама не приехала. А зачем тебе подпись мамы? Ну, сейчас 18 тебе исполнится, да зарегистрируйтесь. Ну, конечно. В чем проблема? Нафиг она тебе нужна, мама? Да я уже справку в августе зарегистрировали. В августе тебе же исполнится 18. И еще и успеешь зарегистрироваться еще до рождения ребенка. Если тебе в сентябре только рожать. Конец сентября, начало октября. Да, боже. Что, далеко не поедем? Да вон за поворот туда заезжай. Да, да, водица прибыла сильно. Обалдеть. Смотри, сколько тут народа. Ну купаются люди, жара такая, что им дома сидеть? Сереж, ну ты чё? Ты бы жил здесь, а я бы вообще бы отсюда не вылазила, с реки. Ну, вообще хорошо. Речка рядом. Да мы сидим там в каменных джунглях, а люди здесь вот живут на природе. Купаются, молодцы. Черные, как негры, блядь.
это не твоя начальница стоит? Не знаю. Скажет, приехала Петрова разгонять рыбу. У них собачка есть? Да нету, машины же нет. Что, вот здесь, да? Угу. Ну, там разворачивайся, вон, он там будет. Приехали. А там что-то гремит, Света. Пусть гремит. Ты что, боишься? Да, боюсь. У тебя платье такое в горошек, где взяла? Ага. Блин, у тебя уже вон как. Смотри, как уже живот видно. А что ты 6 месяцев? Скоро дедом будешь. Да, друзья, скоро буду дедом. Смотри, не порежься, аккуратно. Там такая бы яркая. Ну и порежемся, и что? Дурная кровь выйдет. О, самолет, смотри, как низко. И птица, смотри, как высоко летит. Птица выше самолета летела, прикинь. Я думала, парашютист выпрыгнул, что ли, с самолета. А эта птица выше этого летит. Это представь, какая здоровенная чай. Птица, если она так далеко такая. Может, это не птица, а эти, которые... Это птица, это как будто орел. Это здоровая. Залази, купайся. Да, ну ты брось такой. Форсаж врубил. Так, ну все, теперь все же будем каждый день гулять. Штаны, если штанов-то набрала, мне штаны выгуливают. Да это он закидушку закинул. Оба. А, да, мне показалось, что подыхнулся. Ай, хорошо. Чё, перекус в этом покушаем? В багажнике? Ну, поедим. Чё это такое? Квас. Квас? А, ты просто налила дома? Да бутылок. Нет, я в бутылочку просто прихожу, наливаю. 17 рублей. А какие тут медведи? Кто тут есть? Не знаю. Никого тут уже нету. Были. Когда-то были. Может, вот, друзья,
покушать. И туча. Смотрите, какая, как вата над речкой. Сейчас от ветра шум такой на записи. Не, ну реально туча такая, да? Смотри, вот это вот. Она как вата прям висит. Ага. Сейчас как упадет. Где? А это я как купили мы. Дралка. Титочку. Как титочка. Любит ее держать. Не, он аккуратно рвет, она ему нравится. А я видео смотрела, где он пальчик. А, ну. Гремит как, да? Ты не боишься света? Я ее храню, прям берегу. Не успел. Он тебя здесь снимает, ты туда убежал. Он туда пошел снимать, ты туда убежал. Скажи зрителям пару слов. Всем привет! Это вроде грохает где-то, но... Иди, я потом вот так рядом вставай. Давай втроем встанем рядом. Смотри, такое затишье, да? Молния сверкает вон. Вороны еще раскаркались. Но она по воде раскат идет. Как будто в одном месте ударила и все, ехал там. Как-то такой вот звук, да, такой тр-тр-тр, негромкий. Ох, вон молния как сверкнула. А там и видно, прям видишь, как дует. Ну. В городе светло, это вот где это? Ну, это к городу тоже подходит. А тебя сейчас домой везти, тебя где лучше высаживать?
Ну вот там, я думаю, где... Где мы стояли? На остановке. Только не где мы тебя подбили, а вот в этот, рядом с остановкой, вот здесь, вот, по самому Гамарника. Да? Короче, напротив рыси этой, белая рысь или что-то, магазина. Белая Русь. Русь. Ух ты, это раскат так пошел. Да. Сережа, ты тоже мне будешь помогать сумки нести домой? Потому что Боськин пакет неудобно нести будет. Его не возьмешь. Так, а надо как-то сделать в одну хлеб-то положить. Что-то звук, как лодка моторная где-то, да, едет? Ну, где-то там. А там вдалеке каталась же, вон там едет вдалеке. А у нас дома водички нет, Сережа? Есть. Нам хватит на вечер. Почему сейчас говорят, что у каждого водителя этих машин должна быть? Ну, по крайней мере. Ну, на трассе, если встанешь, ты должна ее одеть. Она как светоотражатель. Она фарами тебя освещает, и водитель видит, что ты стоишь на дороге. Угу. А будешь в такой одежде стоять, он тебя не увидит, ну, собьет. Да. А машина, допустим, по трассе видит, машина сломана. Орези, ребят, какие капли. Жопа жопная. Что, может, поехали? А зачем? Боишься? Нет, вдруг град. А что, тебе езда поможет чем-то от града? Ну, мы, может, убежим от него. Куда ты убежишь? Угу. Ой, какой дождь, да? Вот солнце, смотри. Каплики, смотри, какие крупные. И какой дождь идет. Вовремя мы покушать хоть успели. Ребят, попали. Это ужас какой-то. Смотрите, какой. Мы только. Давай газуй. Тут еще он не дошел. Смотрите, мы оттуда уехали. Град какой, елки-палки. Как бы лобовуху нам не расхерачило. Жесть. Видали, что творит? Ну мы успели, свалили оттуда. Такой град был на мамины похороны. А сегодня 30 число, прикинь. Помнишь, Анжелка говорит, я аж встала под деревом, говорит, какой град был. Думала, пробьет крышу мне. Ой-ой-ой-ой-ой. Ни хрена себе. И никуда не денешься от природных явлений, да? Ты посмотри, что, падла. Я не могу. Ну вот это да, Сережа. Ну вон уже небо голубое. Так оно что голубое, толку-то? Что небо голубое, град-то сыпет.
И ключи от гаража отдали. Сейчас как-то... Это мы оттуда просто уехали. А сейчас он и до города дойдет. Я думаю, что он до города не дойдет. Почему? Потому что я так хочу. Вот вы, друзья, вроде сорвались от града. Ну, да я так и понял, что будет град, потому что капли крупные очень. Видишь, какие? Главное, только не град, только не град. Господи, не надо град. Прошу тебя, не надо. Хватит. Боже, боже, не надо, не надо, не надо. Прошу тебя. Но здесь вот вроде дождик просто. Ух. А что Леши по поводу этого имени родителей говорят? Что ты говоришь? Красивый мальчик. Хорошо, хорошо. А мы с тобой уехали в басенку, там не кормили. Да у него там сухого корма не умрет с горя. А я ему сейчас вкусняшку. Я же ему 4 баночки купила. Пускай посидит на голодном пайке, а то зажрался. Зажрался уже. Это хочу, это не хочу. Выпусти он этого. Там тем более девка завели. Что-то очкарик так посмотрел на тебя. Неблагодарственно как-то. О, у кого-то басы. Басят басы. Я даже домой не хочу. Ну, завози меня и езжай. Да нет, как-то ты шестой час уже надо. Я вижу, уличку хочу хорошо поставить. Вот, уважаемые зрители, наша сегодняшняя прогулка подходит к завершению. Вот Иуда бронзовый или какой он там. Сейчас посмотрим, место досталось нам, нет, хорошее. Ну, время только начало шестого, я думаю, места должны быть. Все вакантные места свободны, Сережа, обалдеть. Поехали, поехали. Вот мы сейчас встанем за синеньким. А можно и перед синеньким встать. Ну, перед встану. Я перед ним встану. Ну вот, друзья. Наконец-то мы добрались до дома. Так, я сейчас буду пришвартовываться. Сейчас жена будет кидать якоря. Еще подъезжай ближе. Там колесо будет тереть, да?
Ну, стоит это так. Ну все, друзья, до скорых встреч. Не забывайте, лайки эти, ну, YouTube требует и тому подобное. Там колокольчики. Зачем YouTube эти колокольчики? Что ты хочешь? Да нет, все-таки надо поближе к тому подъехать. И отъехать от этой посёлки. Все, друзья, до скорых встреч. Сейчас начнется нервотрепка.